Будь строг к себе во всех своих поступках, в делах, словах и помыслах своих. Ни на какие не иди уступки, манящим свою сладость мирским. Уступишь раз, откроешь дверь свиданию с бесовским легионом всех страстей и неизбежно обретешь страдания и сокрушение жизни всей своей. Едва ли достигнешь в духе апогея, бесстрастным рад не будешь никогда, но, следуя за Богом, без сомнения, не соблазнишься происком врага. К себе любви на миг не допускай, сдирай себя в блеске сущих дней. Такого лишь Господь допустит в рай, такому только мать откроет дверь. Схемонах Евхимий Богомолов.